Почему пацаны с детства на войну готовятся, кто знает? Ну, говори. Ну, если, может, сейчас начнется Третья мировая война, а пацаны все будут готовы, чтобы там, например, фашисты напали, они раз, взяли оружие. А почему она должна начаться? Ну, если этот опять до нуля трап, крыша не поедет у него. Ты откуда пришла? Ну, мальчики, они более боевые, чем девочки. У мальчиков более больше такого... Мальчики более... Больше силы. Больше силы. Они больше, чем девочки, занимаются дзюдотом, боксом, борьба. У них очень много таких разных видов спорта, поэтому они будут... А почему на войну-то всегда? Чтобы это все применять. Чтобы защищать свои. Понятно, в общем, чтобы защищать. А ты что нам скажет? Скажи всем пока. Пока. That's it, friend.